Tell me a secret of your beauty, please. Sleep, water, yoga, happy. Может быть, вы скажете секрет красоты Наоми Кэмпбелл? Она много работает над собой, поэтому она такая красивая. Но мы здесь не по этому поводу, мы говорим больше о бизнесе сейчас. Ну а когда мы сможем с Наоми по-русски поговорить? Мы можем говорить по-русски, но вы задаете вопросы, должны касаться здания. Мы пришли, наверное, на презентацию. Для этого прекрасное здание, огромные инвестиции, больше миллиарда долларов. Это прекрасно для России, что есть компании, которые прошли кризис 2009 года и в состоянии начать и закончить одно из важных зданий не только в Москве, но и в Европе. Спасибо. Прекрасно, что есть вы. Спасибо вам большое.